Всем привет! Я сейчас гуляю в парке и иду кататься на аттракцион. По дороге решили зайти проведать пузатых чудиков. Они не пузатые, они полненькие. А кто это такие? Это что, зебры? Не знаю. Ребята, кто знает, кто это за животные, напишите в комментариях. Куда ты бежишь? Ничего не понимаю, куда мы идем. Ты хочешь в этот самолет? Да. Или что это такое, непонятно. Как ты его увидела? Ярослава решила покататься на аттракционе виртуальной реальности. Вот там держись. Вот, смотри, малышка, ручка вот там. В общем, будет сидеть на вот таком вот кресле и падать куда-то в пропасть. Все, готово? Не страшно тебе? Все, держись крепко. А, закрыли, Ярослава разлетела. Слышу, смеется. Значит, все нормально. А здесь можно посмотреть, где она катается. Плохо видно, правда. Яся, все хорошо? Я только слышу звуки от нее. Приехали! Ярослав! Ну как ощущения? Нормально. А ты слышала, как я кричала? Слышала я. Тебе страшно было или просто нравилось так? Да. А? Ты потом попробовала. Что, страшно там? Так себе. Так себе. Все, спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Ярослава захотела попкорн. Такой возьмем стаканчик, поменьше? Или большой? Поменьше. Можно нам стаканчик? Держи. Спасибо. Вкусно? Пойдем искать другие аттракционы. Пошли. Здесь есть прикольный зоомагазин, мы решили в него зайти. Какой он большой, классный такой. Смотри, кто это такой? Кролик. Кролик. Трогать. Нет, трогать нельзя, можно просто смотреть. Видишь, как он упал? Все, упал. А кто здесь живет? Шинка. Здесь написано все. Шиншилла, шинка. Да? Да. Красотка. Смотри, какой у нее домик. Она там купается в том песке, видишь? М? О, крысы! Крыски! А, маленькие! А ты что, туда руку? Ты залезла туда рукой? Да. А, там просто нет никого. Ай. Они реагируют на мою руку. А здесь в подвозке тоже есть крыски. Да. Вот лежит. И черненькая там дальше сидит. Какие-нибудь кучерявые. Угу. А здесь целое царство птичек, попугайчиков. Разные. Видишь, какие красивые. Желтый-желтый попугай. А вот я смотри, какой сидит с хохолком. Нет, вот. Мамочка, не надо, не надо, он может кусаться, не надо. Да? Надо, сильно знаешь, кусается? Да, да, он очень красиво поет, но он может укусить тебя, не надо его. Угу. Смотри, Ярослава тут балуются мышки. Нет. Вот.
Вот, вот это, она такое творила вообще. Прыгала в барабан, только что просто так прыгала. Все, видишь? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Классно. Прыгает. А вот вообще маленькая-маленькая. Вон она в том гнездышке живет. Хомяк. О, тут это вот нормально. Кто это внизу сидит? Это геккон, он не внизу сидит. Он наверху сидит. Геккон. А там кошка. Где? Черная кошка. Она нас не слышит. Песик продается, видишь какой? Играется игрушками. А вот смотри какой попугай. Ара. Кеша. Какой клюв у него огромный, а хвост длинный. Ну спрятался, нет его. Может быть там под низом сидит, под лестницей. Зеленая игуана здесь живет. Вверху, смотри, на ветке. А, вот. Замаскировалась. Да. Посмотрите, какую мы нашли обалденную птицу. Мы сначала подумали, что она не настоящая. С коротким хвостом. Класс. Животными полюбовалась, а теперь иду на свой любимый аттракцион – Вишенку. Держи билет. Поехали! Тебе тоже? Раньше как-то обещала, а сейчас только смеется. Решили пойти покататься на паровозике. Уверенно. Яся! Настоящая машина Бэтмена! Ярослава себе выбрала машину и уже едет. Ты сильно не гоняй! Кричи, что по-другому не может. На красный светофор поехала.
На машинках прокатились, а теперь идем что-нибудь купить в Ярославе. Давай гусеницу вот эту купим. Смотри, какая классная. Не продается? Что ты здесь хочешь? Здесь есть сквиши, смотри, какой попкорн. Ничего Ярославе не понравилось в той палатке, подошли к другой. Здравствуйте. Рассматривай. Здесь тоже, смотри, есть штуки, да? Другие сквиши, ясь. А вот, смотри, какая вкусняшка. Чего здесь только нет, смотри. Обалдеть. Покажи, что ты выбрала. Вот. Наконец-то. Из всего этого выбрали шарик Лол. Будем сразу открывать? Да. Здесь? Да. Ну, открывай. Может, на скамеечку пройдем? Ну, пошли. Сейчас ребята Ярослава откроют шарик и покажут вам, что ей попалось. Тут пупырки нету, мам. Вот в таком вот фиолетовом шарике мне попалась вот такая вот куколка. Дай посмотрю на нее поближе. Мне она очень нравится. Такой куклы в нашей коллекции еще нет. Нет. И она еще с бантиком. С золотым бантом. Ну, держи, нравится тебе? Да. И последний аттракциончик на сегодня. Вот такая вот миленькая собачка. Ух, класс! Держись, Ярослава! Сегодняшней прогулки будет фонтан. Сейчас я буду бегать, баловаться и мочиться. Высыхать!